меня кто-то загадает такую хрень. Что, сложное слово? Дерзай, удачи! Я не буду говорить. Бородач. Бородач. О, это знаете, с чем сравнивается? С онлайновыми. Флэш-игра. Флэш-игра. Вот почему-то все, понимаешь? Игорь, все воспринимают это слово как... Да. Не, я могу показать и по-другому. Можно совершенно по-другому показать. Игорь, ММО, РПГ или флэш? Давай. РПГ, ММО. Давай. Крафтить. Марио! Марио! Сейчас! Ну, давай. Я говорю, ты его не покажешь по-любому. Майнкрафт. Это тоже Майнкрафт. Народ, Майнкрафт, блядь, МО, РПГ, блядь. Мне уже смешно и страшно. Знаю. А у меня в голове почему-то утекает Sonic X. Знаешь, когда... Я знаю, что мне нравится. Ты знаешь, как это Алина показывала, это было нечто. Она грядки полола. А, этот сейчас, кролик Роджер. Нет. Не знаю, почему. Ну, давайте, с вашего варианта я посижу пока. Рожу, показывай! Я говорила, что ты не покажешь, или будешь очень долго понимать. Гномик. Я поняла, что ты показываешь, но они-то не поймут. Я уже... Марио! Я больше звуки удивляюсь, оставить Марио. Ты первый раз его говоришь. Здорово! Вот это она тоже показывает, только немного по-другому. Да. Мне почему-то вспомнил, что мне говорил тот человек, дорога. Да, на лыжах катался. Да, это очень тернистая дорога. Полная. Правильно, молодец, Саша. Слава богу, я тебе показываю. Ничего не буду. Да не бойся. Глупое слово. Ладно, давайте другое слово скажу. Это был опыт. Опыт? Опыт. Ебать. Что ты сказала? А что я сказала? Я хотела... Ну, я-то знаю. Тихо, тогда вперед, я тебе слово загадаю. Не, давай я тебе загадаю. Хорошее слово. Давай. Сейчас загадать какое-нибудь анальное изнасилование, и Даша тут будет плясать. Я сейчас тебе слово загадаю. Все, народ, можно не ждать человека, она не покажет. Это сложно будет. Либо все не поймут. Показывай. Игорь, разувайся. Что это человек? Профессия? Что-то живое! Это что-то пошлое! Это извращение! Это что-то пошлое! Это что-то связано с сексом! Знаешь, что это сказал Игорь? Верталь. Чайка! Секс в самолете? Да! Я просто знаю, Игоря! Да, это Игоря! Одна из поисков Камасутры? Нифига себе! Летящая фото! Номер страницы я вспомню! Блин, это говорю, не будет, видимо. Чем они, как я тебя убью, я не знаю, как сказать. Хотя бы с чем связано, намекни. Это была шутка. С чем связано? Дирижабль, ага. Да. Дирижабль? Просто было показать, вообще. Покажи. Давай, блин. Загадай ему слово, Даш. Загадай ему. Потом я слово загадаю. Так что-нибудь посложнее, что-нибудь такое. Так даже не интересно, только два человека играют. Давайте, играйте. А мы не знаем. Черт, ой, я знаю, я потом... Я вообще не такой доверять. Я тебе неправильно покажу. Не отгадает. Мобилка. Красный. Помидор. Флешка. Блин. Это просто. Это все просто. Помидор. А вообще нельзя использовать чужие вещи. Кстати, да. Свои вещи показывать нельзя. Ну, свои вещи. Я показывал цвет, а мне эта вещь есть. Все, ладно. Нет. У меня просто сейчас нет фантазии. Слово. Печаль. Игорь, дай я загадаю. Нет. Загадаю. Вот сейчас народ, сейчас треску будет вообще. Давай. Уже раздеваешься. Если бы. Шест рядом. Только он немного большой, да. Там поменьше есть. Большой. Он далеко. А, ну хотя их там даже два. Нет. Легче показать. Мусор? Мусорку. Милиционер. Черепаха. Скинхэд. Зига. Супермен. I'm Superman. Это человек. Профессия, вид деятельности. Что-нибудь пошлое, как всегда, нет? Блин, вот так хочешь сказать вещь. Ну показывай чем-нибудь, хоть магазин. Я думаю! Полоска. Мы. Анимешники! Гениально! У тебя была шея. Это моя шея.
полоска. Две полоски. Беременность. Камера. Ну две полоски, енот. Две полоски. Мусорка. Что-нибудь такое. Не знаю, мусор. Игорь, я тебя прибью. Лавка. Говно. Это было бы легче сказать. Музыка. Барабаны. Это предмет. А кстати, Ксюш, пока я слово не скажу, ты должна показывать, кстати. Да. Давай. Телевизор, компьютер, магнитофон. Давай начнем с буквы А. Перебираем все слова на букву А. Потом на Адя, Вадя, Гадя, Бадя. Телефон, айфон. А помните, у меня шесть? Это от этого. Радио. Фотоаппарат. Конечно, нахуй мусор ходит. Мусор бутылочка. Хулиганство. Лопни. Как им это объяснить? Панк. Она еще даже ничего не сделала. Человек. Альтернатива. Это охуенно. Игорь. Yes. Игорь. Давай, Игорь, говори уже. Никто не знает такого. Ну, правда, говори уже слово. Пусть пока. Я не знаю, как это показать. Не, она сказала. Иди покажи сам. Да уже сам ржать, люди. Зачем говорить слово? Я показал то, что просили. Помидор. Ну, давай. Ну, а если бы я не упомянул про помидор? Сдаешься? Нет? Народ, я говорю. Давай, сдавайся. Ну, блин, мы еще так видим, как я сегодня показывала. А это все снимается. Она призывает к Тулху. Причем с двух ракурсов. Кошка, iPod, iPad, что-то MyForce. Джон Сомер. Да что за квадрат? Сколько? Четыре буквы. Дива. Если бы. Четыре буквы. Секс. Не-не, четыре буквы. Что это квадратное? Что-то очень странное. Квадратное, прямоугольное. Кружочком. Где мы сюда все встречаемся? Ну все, сдаёшься. Связано с мусоркой. Ой, площадь. Танк. Аллилуйя. Браво, народ, браво. Ты там танк показывай. Да. Боже. Так, а кто отгадал? Ты? Это надо, это же легко было. Да, это в принципе легко было. Нет. Да, дирижабль как показывает. У меня тоже такая мелодия. Это держи. Это винки. Да, ну покажи. Держи. Нет, пацанам легко показать. Ну есть. Нет, танк. А, ну, да. Нет, так все не собирались. Я что, сказала, месячный показать? Что? Нет, простой, это легко показать, поверь. Что именно? Это покажи, я скажу, легко или если легко. Бы, если бы он мне это сказал, я бы это легко показала. Ну что покажешь нам? Что-то связанное с только моей, не надо штаны снимать, а то мне страшно уже становится. Если смотрел, значит что-то. Не трогай маленькую девочку. Скажи так, кто-то без штанов. Меня кто-то трогает. Вот точно, трогай, Нека. Ау, нет там сиськи. Это что? Мазохист! Нет, закидаем лектора какашками. Боулинг! Ну как, это из аниме. Еще раз. Ну, давайте играем в крокодил. Неко. Неко. Ну кидают еще. Кидают. Пикачу? Аллилуйя, покемон! Нет, покемоны! Боже, все равно это, ну почти. Что-то Пикачу с покемонами. Они с хвостиками там бывают. Народ. Мы вроде играем, блин, не в аниме, нет, а в нормальные слова. Сказать, потому что угодно. Да ладно. Ой, вставил свои 5 копеек. А то, блин. Она тебе моя куртка замерзла. Я ж простенько слово загадал. Смотря на то, как она его показывала, она была очень простая. Я прям гениально показывала. Давай. Покажи нам. Не занимай, надо решил. Слушай, это уже смешно. Кукла. Ленивец. Анимешник. Летающий зомби. Айс. Летающий ленивец. Зомби. Анимешник. Обезьяна. Опять. Зомби. Рюк. Да. Срюк. Срюк. Опа, на. Дай посмотреть. Я уже забираю. Хельсинг. Я думал, там Дэйл Макрайн. Там Лукар был изображен. Ну, из аниме. Но там была Лукар. Давайте быстрее!
А ты что нам покажешь? Секс. Нет, это надо показывать вот так вот. Но оно не так. Ёй. Иди. Вперед. Точно его иди. Дим, ты гений. Дим, ты Кэп. Кэп. Поэтому проще, когда конкурсы. Я здесь не аниме? Нет. Нет. Слава богу. Печаль. Храм. Священник. Молельня. Крест. Ёйный монастырь. Чё, как? Церковь сойдёт? Храм, я храм сказал. Монастырь. Церковный собор. Ну, после, нормально. Ну, ты сугадала, мать твою. Додумалась. Ну, церковный собор — это два слова. Танк. Одно слово, дай. Ты со своим танком вообще воспитываешь. Жизни не прощу. А дирижабль? Как дирижабль? Вот это тебе обещать в жизни. А так как? Да, вот рядом. Да. Вот почти. Давай. Вот человек додумался, как показать. Ну, у меня не получается так. Ну, так вот. Да, все вы поняли, да. И пропеллер показал, все. Типа, давай. Нет, никто бы не понял. Так, ладно, Ксюшка, пока ты уже сам лагерь разобьем, костер. У тебя парень извращенец. Ой, серьезно? Я это знаю. Представь себе. Нет. А, мазохист! Да! Я первая сказала! Мозг здесь отомщует! Слушай, что-то мне как-то стрёмно с ними в крокодила уже ехал. Что как загадает там показать месячные. 90-летние бабки. Блин, я смотрю, ты такой профессионал в этой области, может, ты нам покажешь? Слушай, я в Калуге на Босикае показывал. Да, ты был. Показывал и катану, и самурая показывал там. Что так и месячный. И как же ты катану показывал? Легко. Там ничего сложного. Легко трусы снял дальше. Окей. Сердце жоп. Режет. Бабло. Банк. А вот так, в команде от 30-х до Дани показывал. О, ща будет весело. Ага, как он мне говорит, садомазохисточка. Сволочь. Понимаешь, я не знаю, как показать садомазохистов. Первый раз мне пришло в голову это. Сволочь. Ну, легко. Ой, тебе рука болит. Я тебя убью. Я буду весело по-любому. Наташа. Яблоко. Тошнит. Аквариум. Нет, погодите, народ, пусть он сначала полностью покажет. Да, тут уже. Яблоко ест. Рюк. Тетрадь смерти. Нет. Вообще аниме? Нет. Это съедобный. Огурец. Помидор. Огурец. Брокколи. Грядка. Что он сказал? Кляп. Мне показалось, что это сзади и в рот, и что-то как-то. Сел и кляп достал. Не буду говорить. Да я не знаю. Фотосессия. Фото там, я не знаю. Фотограф. Паспорт. Не так уж и трудно показать. Паспорт. Этот, еще да. Раз. Фотограф. Не рисовать ничего. Нет. Крестик. Перекрестие прицел. Я шоколадный заяц. Мой шоколадный глазик так смотрит в унитазик и капельки. Марсель. Оператор. Экстремист. Фотограф. Террорист арабский. Папарацци. Миша. Папарацци. Ведущий. 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 Оператор. Ты уже был. Видеорежиссер. Было 30 раз. Видеоператор. Да еще все варианты перебили. Камера. Мотор, студия, мужик смотрит в дырку. Дмитрий Медведев. Линза, может. Это человек, который присутствует на съемках. Каскадер, актер, режиссер. Нет. Ну, ладно. Можно. Подожди, пусть. Это испарит. Сценарист. Нет. А чего? Откуда это? Режиссер. Режиссер. Плюс 100-500. Все смотрели? Ну. Да. А-а-а. Чего смотрели? О. Ведущий. Как же его? Не камера, а плед. Нет, не плед. Ковер. Сам себе режиссер. Ковер. Это Настенька. Да. А что это?
Нет. Голый мужик. Саша, Женя! Блогер! Видеоблогер! Че, я? Да. Блять! Нет, ты не блять. Да, ты честно давал. Вот надо ей догадать это. Честно, это слово. Блять. Как она будет показывать, блять? С ним. Я не такое догадывать! Да. Показывай. Я вообще ничего не буду показывать это. Я считаю, я даже сюда все смотрю. Народ, давайте подвинемся, а то человек там стоит. Народ. Мефистофель. Маймон, Риза Кумура. Молчи лучше, я спалилась. Так что не скажи еще что-то другое лучше. Ну ладно. Пощади меня. Ради бога. О, моя жертва пришла. Я специально ждала. А рот кучкуемся, мне холодно. Я специально ждала, пока ты не скажешь. Ксюша, позови на тебя слышу. Ты жертва. Что-то на них отвлеклась. Что же я? На кого отвлеклась? На них! Пока вы мне не сказали. Ребят, ну скоро там. Дождик. А сейчас, погоди. Как секс-мопед. Два толчка в прыжке. Время сколько? Сколько время, Анют? 4:10. 4:10? Ну пойдем где-то 4:30. Аня, 4:30, где-то пойдем. Блин, мне кажется, лучше без линии идти. Качок. Супермен. А кто небо держал? Бодибилдер! Сколько модель? Фак. Человек. Силач! Геркулес! Шварценеггер! Придурок, который в Дулу приезжал! Никогда не отгадайте. Бицепсы, трипсы, штанга! Да штангист какой-нибудь. Мышцы! Ну да. Тренер! Сенсей! Бицепсы! Трипсицы! Трипсицы! А, кстати, если вот это вот так, это значит египтяне, по-любому. Нет, это вот так. Да и пофиг, они вот так могут. Это бы и по египте. Да. Какой-нибудь конкобежец, пойди. Египтянин. Силач. Я мужик. Болельщик. А, боксер. Леонардо Супермен. Смешила. Вот так вообще. Ты могла сказать вот так вот, Леонардо. Буква W. Шрек. Кто это? Тут человек какой-то? Синонимонян. Это человек или это название человека? Это мужик или баба? А, то есть это не конкретно. Кинг-Конг? Нет. Скажи. Нет. Скажи. Качок. Брёшь такая челюсть на голову. Качок наканченный. Так, ломай. Гопотальный. Гопотальный. Звонок. Где челюсть оторвали? Спортсмен. Я говорю, я челюсть нашли. Я помню значение. Спортсмен? Спортвумен. Штангист. Тренер. Короче, спроси, ему сдается или нет? Сдаешься. Сдаешься? Мне интересно наблюдать ваше предложение. Нам интересно, как ты показываешь, нахер знает чего, блядь. Свет, ты снимать все это в два ракурса. Я так стараюсь показывать. Ты же если сама я тусовка снимаю. Стальные сиськи. По-любому. У кого что болит? Это синоним болит. Игорь, тебе болят груди. Зато у меня больше, чем у тебя. Это серьезное заявление. Качок. Это что? Кошка. Кабачок. Кабачок. Ого, поржом. Я не знаю, где такие слова вообще берет. Киляк. Противоположное значение киляку. Могучий. Противоположное слово, качок. Толстый. Противоположное значение. Все, я сдаюсь. Слабый. Культурист, бле. Бля. Свет, можно это слово? Кому можно слово сказать? Давай мне. Давай, пойдем. Мне просто так слово, но...
обрело. Подержите. Нет, стоп, ты не подходишь, стоп. Не, я могу. Вот именно, так что молчать. Я могу тебе слово исчукать. Нет, давай ты покажешь. Ты легко покажешь этого человека, иди сюда. Чё, Леоч? Если сейчас будут меня показывать, меня сложно показать. Да ну нафиг. Мне сложно показать. Что стоит одно? Это хорошее слово. Шилова. Леонардо Марсово. Даня. Игорь. Да блин, нет. Даня спокойный. Тогда кто это такой буйный? Марс. Марин. Аки. Эмма! Они его не знают, их уж даже не слушают. Это кто? Это мужчина? Значит, можем знать. Ты знаешь! Кто сказал? Я знаю. Парень, девушка. Торопов! Нет! У Торопова она бы так показала. А у Торопова антисимметрия. Это твоего класса. Вы, блин, вы все знаете. Вот вы, ты знаешь. А я знаю. Он знает. Каспер! Не знаю. Он знает, она знает. Челка есть у него, да? Он тусить любит. Вот он долбанутый. Баринов! Да! Челка и долбанутый. Баринов сразу. А что думаю, может я надо сказать? Ну сразу так пытаться. Ой, Дима, пришел свой одеколончик. Каким одеколончиком? Пахнуть тут хорошо пришел. Дим. Дим, свали. Только не чешира. Только не в чешира пукай. О, боже, жопу кверху огонь. Это будет очень сложно. Очень сложно, говоришь, будет. Нет, пойму. Так, хрэ, все. Я думал, да. Профессионал попадет. Нет, нет. Сегодня дрожь, хрэ. Гениально. Ты по прическе догадалась. Ты про кого? Нет, а кто? Кто это был-то? А кто был? Кто был-то? Дорохова. Да блин, насядьте кто-нибудь сюда. Дорохова вроде. Давай, блин, почкала. А кто вы это? Хакера. О боже. Что-то далеко отсела. Во. Вот тебе тепло. Давай, давай, давай. И вот так вот надо. Ну чтоб сила трения. Попотерлась, называется, окурку, блин. Но, ай, блин. Не слышишь? Она как эти, как олени, метит территорию, так трут скажем. Слышь ты, блин. Вот это кадр. Ну кто мне там звонит? Чё, отец называет тебя? Шилова. Да. Она хотела им. Да. Плывёшь. А? Мы. Большая, толстая. Анимешники. Акада. Да? А почему так как? А, по слову сказать. Да. Сопли понятно. Да, через... Я не знаю, может, чуть попозже. Мои мозги твердые. О, я знаю, что поедешь. Короче... Ну. Мне кажется, хватит их уже снимать. То я замучаюсь закидывать это на YouTube потом. Уже 23 минуты. Они танцуют. Непонятно показывают. Смотрю я. Розен Мейден. Короче, сегодня поговорим, ладно? У тебя рука слава сломанная. Скелет. Сегодня я зайду. Только группа была. Инвалид. Скелет. Зло, скелет. Дай мне двигаться, я так. Двигайся. Это как бы не показывать. Но все, чтобы всю голову. Большое. Солнце. То, что мы вчера делали. Я, ты. Земля. Бухали мы. Жердяйка. Ты стоишь. И все, что ли? Ну, чеши. Земля. Ты подофигела! Я ему скажу то, что он вчера делал, а мне скажу то, что вчера я делал. Охуела! Ты высокая! Ты акера! Она трек показывает. Злая? Паровозик! Афиша! Москва! Большая! Реклама! Ты модель!
блин. С ней уже, блин, листья сыпят. А чё? Это так нечестно. Там написано в Московском. Меня пропустили. Вика, какие у нас завтра уроки? Меня тоже. Ой, я знаю, ну что? Можно показывать? Да. Уже все пропало. Нет. Я и все сам. Давай! Ладно. Любовь. Морковку полите. Романтика. А, с водой. Счастливы вместе. Короче, я вот так вот. Это уже дом 2. Почти. Хорошая резина. Вообще. Да. Подруги вообще какие-то. Юрий. Наруто. Лесбиянки. Хентай. А, что-то близко. Еще хуже. Почти. Что перед хентаем бывает? Эти. Нет. Перед прелюдии. Перед прелюдией. Это эти вообще. Любовство. Дальше. Свидание. А? Свидание. Все, свидание. Поцелуй. Кто сказал свидание? Я. Вот и можно считать свиданием? Аллилуйя, а что-то парень с девушкой было? Да. Ну, свидание. Она была парень, который... Девушки с девушкой, блядь. Ну, вообще, это одно слово. Источник он. А, я загадываю. Кому загадать? Кто загадал? А, ну, снимайте. Боже. Давай, Якер. Снимайте меня. Кто? Я для Шурика такое слово. Я тоже такое слово подобрал, никто не отгадал. Я тебя слышу. Не, реально. Я слышу, нет, это другое. Кстати, реально, пусть попробуют угадать, как это показывать. Слушай, иди сюда. Плакат, фонарь. Афиша, церковь. Дерево. Москва. Афиша какая-то. Дерево. Дом, плакат там. Телепрограмма. А я бы по ногам показала чуть-чуть. Объявление. Едет кто-то. Объявление плывет. Поездка. Квадрат. Падение. Лавки. Самоубийца. Саша, сцена. Сцена. Саш, прям с самоубийством очень похоже. Платформа. Марсель, я тоже придумал такое слово. А чья это фотка? Что? Игоря. Я тоже придумал такое фотка. Почему? Мне не загадывать, понял? Так хочется ответить. Реклама. Что ты загадала? Ну скажи, я не могу. Апокалипсис. Жопа. Провода. Сдаешься? Провода какие-то. Саш, реально легкое слово, довольно-таки легко показать. Аллилуйя, кто это сказал? Осень? Да. Ёпту. Я сказал, осень. Стоит, показывает. Деревья, листья падают. У меня где-то копейки в фотках, где Игорь с Каспаром работает. Народ, я надеюсь, тут никто ему музыку не слушает, и уже все обидятся. Вот видите, я выключу. Эмма, музыку? Что, прыгай сейчас, Крыш? О! Сука, твоя песня! А чей тебе? Это жьёдка песня, всё знаешь. Скажи. Это будет сложно показать, в принципе, я думаю. Но легко. Задрот? Нет. Извиняюсь. Буква К. Буква К. Ну куда ты будешь? Мне теперь холодно будет. В. Не надо. Вконтакте. Нет. Ваське. Социальные сети. Одноклассники. Задрот. Я называл. В интернете. Мы. ВК сказали. Вконтакте. Вконтакте. Играешь, о, общаешься. Приложение. Сидишь, коллеги, близкие, друзья. Группы. Близкие. Друзья. Одноклассники. Дура. Дура. Знаешь, как надо показать? ВК им. А что за слово? Я поняла. Поёт дура. Света, иди сюда. Светит. Света. Света. Все. У тебя есть...
Да. Спасибо. Добро вам спасибо. Свет, пойди сюда, мне холодно. Блять, она не отрывается. Она прилипла. Ты дала, нет? Дала. Ладно, раз показывать нельзя. Я всем дала. Буду идиотом, но буду показывать так. Итак, внимание. Побег можно хотя бы. Нет, и как это будем снимать? Свет, оп, стоп! Оп, оп, семки! Оп, оп, оп! Садовод! Ансатор! Растение! Садовник! Где тут снимают? Садовник! Огород! Огород это рядом! Огородник, бля! Давай, давай, я тебе загадаю! Сейчас я что это? Мы с Мэллоу хохатывались, пока куда-то бегать, она хочет купить. Что мне нужно задать? Цвет. Что такое? Это чпок. Нет, ты там оставишь? Спасибо. Ай, больно. А что это у тебя там? Это чпок. Да, что такое? Как? Давай другой смотри. Мама, эту стенку кличка. Черт, ну вы типа ноготы. Чпок. Давай, давай. Колеса. Бэй, стол ебанутый, его не сбросить так. На культурист. Нормальное слово? Да. Конечно, вы никто не знаете, что. Он почти каждый день говорит. Чё? Когда лазил. Чья? Ну, это типа этого. Не понял. А, это Василий, вот. А, сейчас эксперименты. Он всегда хочет встать в культуру. Гвозди! Галилео! Химия! Химия! Физика! 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 С математикой! Химия, физика! Вообще не туда! Технология! Нет! Технология! Аля! Учёба! А в школе такой предмет есть? Нет. Со школой связано? Нет, вообще с чем не связано. Покажи еще раз, блядь. Можно дать небольшую подсказку? Да. Звонок другу. Окей, звони мне, Игорь, слово. Скажи. Первые 8 букв. Вышивать. Вышивать. Крестиком. Швея. Косплей. То, на чем вышивают. Канва. Пяльцы. Выкройка! Нитка, нитки! Придурки вообще не туда! Придурки, да, правильно, придурки! Шитьё! У всех да. Это разное, у каждого человека это есть. Да. Одежда? Допустим. Характер. Волосы. Нет. Помада! Глаза, нос. Помада есть не у всех. Это связано не с частями тела. А с чем? Но он показывает вам, что кто-то вышивает, кто-то еще чем занимается. Характер! Хобби. Следы, носки! Профессия или хобби? Хобби. О, Егин, ты знаешь, какие слова загадывать. У нас есть еще одно секретное слово. Ему как? Я не знаю. Домик! Вы загадывали же мне тебе садомаза? Да, надо да, было. Мне ее загадали уже. Жарко. Ваня. Жарко, да, Соня. Что вот не угадали? Мы же не такие умные, как ты. Куда же нам до тебя? О, великий всемогущий Игорь. Какой ник? Угадай. Я загадал его. Скажи, не надо. Знаете, мы отгадаем. Надо до тебя не отдать. Человек, личность, индивидуум. Дурак. Еще раз, еще раз. Так ты не говоришь сам. Психушка, ты больница. Еще раз покажи. Я. Ты. Органы. Дебил. Не подсказывай. Личность, индивидуум. Ладно, тихо. Ты дерьмо. Не, я просто. Самокритика. Личность. Я и ты. Секс. Трахал. Член.
Яйца. Импотенты. Отношения. Ну импотенции же. Были флотка. Сгоёбство. Сгоёбство. Записелька. Диагра. Диагра. Наркота, колёса. Ещё таблетки. Алкоголь. Наркоман. Блин, для поднятия. Алкаш. Нет, диагра. Для поднятия чего? Настроение. Экстази, экстази. Аптеку, ты ушел. Аптека. Короче, стой. Медсестра. Рядом. Врач. Уролог. Венеролог. Гинеколог. Да блин, это неинтересно. Да-да-да, это тоже говорят. Это закончили. Не, мне понравилось. Сказал, тебе мы знаем, чем занимается гинеколог. Ну, детки сразу мамологу отгадают, так что. Я? Да сейчас два. Мне понравилось, как мы с кем-то заорали одновременно. Виагра со мной. Еще одновременно. Виагра. А еще знаешь, думал, вот это как же. Реклама там есть, типа, метро к Новой Руси, там что-то такая. Да. Машина. Машина, поехал. Машина, куда? Тачка. Водитель. Водитель. Автошкола. Ну скажи, что с тобой. Обучение. Дебил. Авария. Легач. Гонки. Гонки. Сиденье. Сиденье, спинка. Ремень. Массажный ролик. Ролик. Вождение водителя. Тормоз. Газ. Педаль. Сцепление. Скорость. Шумахер. Ну, скорость близко, очень близко. А сейчас спидометр! Автодрайв! Спидометр! Чисто корёшь, у меня сейчас болят. Бензин! Газ! Спички, да, спички. Ладно, я скажу, Bugatti Veyron Turbo. Слушай, не знал. Самая быстрая машина. А, ну хотя одна из самых быстрых машин. Мы прям уважаем. Это машины. Хотя я не люблю такие машины, они бьются быстро. Это часть. Да, действительно, прям как ВАЗа. Это описание машины. Скоростная. Руль. Скоростная, гоночная. Скоростная, гоночная. Этот, внедорожник. Легковая. Ты показываешь мое или свое уже? Свое. Я уже сказал, господи. Да? Ну говорю, Bugatti Veyron Turbo. Ладно, кажется, самая быстрая машина. Bugatti. Да, мы бы это знали. Я не знаю. Так, ну что, давай, нет, загадай. У нас еще два слова. Да. Три. Эй, куда пошел? Куда? Место. Девочка! Грудь! Грудь, лифчик! Анализ. Беременность. Печенки, пестик. Геология. Геология. Анализ. Спид. Спид. Кончил. Народ, вот честно. Еба, кто еще извращенец? Вообще пиздец. Яйцеклетка. Конечно, яйцежопка, блядь. Ночной! Эрация! Эрация! Блять, люди, тут люди ходят, а вы орете матом, блядь! А я сейчас пьем, поэтому... А что ты сказала? Да, блядь, это как? Ну как можно догадаться? Можно было вот так указать и все. Ну
смотришь, крокодил некий, мы посередине города. Чё такого? Да, это хуйня, блядь, народ на нас смотрит. Вообще хуйня какая. Круг, глаза. Два шарика. Земля. Космос, вселенная. Вселенная, вселенная. И опять он. Ну. Он загадывает. Ксюш, загадай то, что я сказала, Ксюш. Перебьешься. Ты загадала ему мудака? Нет. Реально? Я не знаю, как ты это покажешь. Да, вообще пиздец. Боярка? Без слов. Большая жопа. Унитаз. Унитаз. Полетел. Павлин! 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 Унитаз! Это смыватель! Ёршик! Ребята, вы даже близко не ходите, скажу честно. Это птица! Там что-то плавает. Насекомое! Это предмет! Говнище! Тараканы! Дерьмо! Я уже говорила это! Не свет! Она сказала только что. Чего сказать? Да, дичок. Я вам показываю на жопе, какого унитаза на жопе стоит в положении. Да, светлячок. По-моему, она сказала сверчок. Она и так так говорила. Мама растая на бонзе. Вот сейчас трешная ситуация. Гангстер. Мафия. Стиляга. Террорист. Петик! Все, Диман угадал, короче. Да. Гениален. Террорист? Да. Я все же покажу, что ты сейчас давай, короче, перебрал. Понял. Поднимай. Как хорошо, Бог по словам. Не надо сейчас жить, угадал. Да, блин. Слушай, этот человек позитивный вообще. Его палец покажет. Стоп, Лера. Крючок. Не-не, дерево. Лер, дерево, смотри. Пальчики, мизинец. Лер, смотри, дерево стоит, упало, поползло. Не, народ, слышу, хотите. А дальше еще ударилось, да. Народ, смотрите, большой палец, указательный, средний, безымянный, мизинец. Мешаем, где какой? Я знаю такую херню. Давай. Да, это вообще трешная ситуация. Помешали. Унитаз. Запор, понос. Нет, блядь. Геморрой. С говном вообще не связано. Туалет. Да без говна. Месячные. Прокладка. Нет, это человек. Ну, баба это, ну что дальше? Всех человек. Фамилию человека надо сказать. Прокладку. Модель. Человек прокладка. Эмма. У меня нету такого, да? У меня есть такой цвет. Красный. Молния. Кровь. Маньяк. Что ты показываешь? Ширинка. Если не ошибаюсь, я это показываю уже, то, что у женщины происходит. Нет. Мы говорим, это и вообще имя человека. Имя человека. С вагиной туалет. Света. Нет. Я Света. Миша. Роза. Катя. Павел Андерсон. Сиди, ты срёл вообще на меня? Я, что волосы. Ли? А, Раши, Акера! Кристина! А, Мелло! Мы ее знаем! Мелло, нет, мы ее видели! Лола! Она среди нас! Лола! Лолка! Нет, он ее знает? Нет, это Америка. В чём сказать Леонардов? Кто? Кто? А Сашка напал! Конечно, показывай! Что-то я смотрю, показывай! Да! Я показываю, это будет легко! А я вот это вот не поняла! Она просто так широко показывала, что показала, что она беременная. Знаешь, как ты показала бы лучше, Дим? То, что ниже ростом, вот так вот. Да. А лучше бы присел, да еще было понятнее. А только это Сашка с геморроем Путин. Не, я понял, Серу. Света, Лола, понос, запомни. Геморрой. Только не маленький показывал. Только какие-то большие, блин, вообще какие-то мутации. Давай, бросим. Давай, гений показухи. Думаешь, ты 40 минут будет смотреть? Не знаю. Это Лунди. Я не знаю, кто будет смотреть. Не мои проблемы. Я смотрю. Я тоже смотрю. Я специально час от дня выделил. Трэш Баринов Леонардов. А, там ничего нету, да? Стоп, Игорь, давай начнешь по
показывать. Стриптиз. Давай. Стриптизер. Стриптизер, пожалуйста. Стриптизер, Дим, скажи, что это был стриптизер. Нет. Стриптизер. Свадьба. Моего брата. Мальчишник, девичник. Народ, вот так от этой темы далеко гуляете. Мне же стыдно просто говорить. Авария. Катастрофа, авиакатастрофа. Крушение. Авиакатастрофа, смерть. Да при чем здесь стриптиз, вопрос? Смерть, авария, автовария, ты. Ты. Летчик. Или это были переодевающиеся пассажиры? Летчик, водитель. Ты дебил. 132. Пилот. А свою ни разу, да? Водитель, пилот. Блять, водитель самолета, это звучит бред. Ну, летчик, ну. Второй, как его? Стюардесса. Пассажир. Пассажир. А чувак, который в туалете сидит. Бензой. Камикадзе. Террорист. Кто камикадзе сказал? Вот там сначала говорил. А, это... Камикадзе. Слушай, стой, подожди. Ты бы по-другому показал. Прям паровозик, чуть-чуть. Он в ту штуку. А, блядь, как бум вот так рукой. И все. Автомат калашников. Бронепоезд, да. Блин. О, нет. Это слово не загадывать, ладно? Ой-ой. Давай я. С остальными вставками. А, парень. Садись. Парень, вау. Я не помню, какого зовут. Марсель. Да сядь ты уже, блин. Некит. Марсель. Привет. Привет. Некит, оскорбления здесь не помогут у меня. Дебил, придурок, козел, баран. Нет. Удот, мудак. Игорь, Игорь. Игорь. Смотрел этот, а закат до рассвета. Гомик. Гомосек! Да. На го начинается. Некит, не подсказывай, показывай просто. Очко. Гора! Фотограф? Погоди, еще раз. Буквы пальцами. Гарем! Не показывай. Любовный треугольник. Гей! Давай сейчас заново. Вершина! Гомосек, гомосексуалист. Заново покажи. Как это заново покажи? Я много. Давай, так будет, я заправляю слово. Ну и сейчас Игорь покажет. Обезьяна, горилла. Горилла, обезьяна, мартышка. Горилла, обезьяна, мартышка, лиза, обезьяна. Мартышка. Кинг-Конг, Игорь. Горилла. Обезьяна, мартышка. Грубо, Никита. Горилла. Гаматри. Блин, Игорь, я такой кадр пропустила. Жопу похуй, я понял. Чё? Жопу говорю, похуй. Все, успокоились? Да. А радость, счастье, боли. Кипи. Рад, один. Красная шапочка, что ли? Смерть, убийство. Смерть. Маньяк, убийца. Вору, так он маньяк. Маньяк? Ты понимаешь, что маньяк не так показывается? Маньяк. Ну она же поняла. Маньяк это мудак и ножом. Ну а у нее сначала погулять, а потом ножом, а вот так. Там уж другая специальность. Как мне это показывать? Как хочешь, так руками. И показывать. Как я танк показываю. На себе это чудо. Растирать не маньяк. А, деньги, бабло, вымогатель. Курица. Вымогатель? Маньяк. А, грабитель. Гопник. А, сейчас пираты. Милиционер. Да. Вымогатель, блядь. А вот это вот к чему было? ДПС. Не мигалка, мигалка. Мигалка. Мигалка это. Народ, а когда вас забрали в отделение, тогда сидеть. Слушай, вот это больше было похоже на ангельский этот, как его. Ним. Да, вот. Ага, и жопа. Задница долбала.
я забыл, что снимаю. У нас цензура в стиль не входит. Гоп-стоп! Гопник! Гоп-стоп! Гопник или гоп-стоп? Надо было показать семки пивом. Я тоже хочу! Сейчас погас. Два слова. Фоткай. Старс, там когда пойдем? Не пойдем еще. Мы пойдем? Да, Миша, девушки, пойдем, хорошо почитаем. Про что ему читать, Ань? Ань. Аня, что ему читать? Аня! Зачем ты его никогда клагаешь? Робот! Трансформер! Киборг! Превращаемся! Робот, рычаг, автомат! Танец. Сидеть. Бежать. Это кукла. Автопилот. Автопилот. Машина. Супер. Машина. Марионетка? Кукла. Кукловод. Кукольник. Балтяня. Эва. Барби. Ебать. А мне кого-то не делать фантазию. Какие карты? Фантазия. Уф. Мозг. Сюда. Здесь я не попадаю ни в один камень. Рассказывай. Ира, ты реально гениальный. Да? У тебя рога рожа. Алло, гора, как он смотрит? Да. Камера на тебя смотрит. На груди, да? Балет, вальс. Танцор. Спортивные танцы. Пара. Женский вальс. Что она до этого делала? Дослушайте, подождите, дослушайте. Смотрите.